Меньше 2 месяцев осталось у регионов на то, чтобы утвердить график работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, чтобы внести их в единый госреестр. В Минимущество Тверской области считают, что многое здесь зависит от активности самих граждан, призывая не сидеть их сложа руки, дабы оградить себя от многих неприятностей. Олег Васильевич еще в начале года захотел передать дочери право собственности на свою землю. Однако, к удивлению, узнал, что на этом месте сформирован уже новый участок. У меня участок 10 соток, находится в пригороде Твери. Я его оформлял еще в 90-х годах. И мне пришлось обратиться к юристам, чтобы доказать, что мой участок в 90-х годах, который я оформлял, является моей собственностью. Мне пришлось заново как бы переоформлять, но не полностью, а только границы. Границы были сформированы заново. И таких историй по всей России, в том числе и в нашем регионе, тысячи. Между тем, еще летом прошлого года вступил в силу федеральный закон, согласно которому органы местного самоуправления должны приступить к выявлению собственников объектов недвижимости, права на которые возникли до 31 января 1998 года. Например, в Тверской области на государственном кадастровом учете состоят более 1 миллиона 770 тысяч участков и капитальных строений. Однако права полностью зарегистрированы далеко не на все из них. У нас сформирован перечень, который состоит из 606 тысяч объектов, права на которые отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. Данный перечень размещен на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области, а также на официальных сайтах администрации муниципальных районов, муниципальных и городских округов. Проштудировать эти перечни полезно всем собственникам участков, права на которые они оформили до 1998 года. В противном случае можно рано или поздно столкнуться с целым рядом неприятных сюрпризов. В том числе вы не сможете продать, например, подарить или же передать залог. Кроме того, могут возникнуть проблемы, связанные с наследованием такого имущества. Стоит отметить, что велик риск возникновения споров в отношении такого имущества, в частности, с соседями по границам земельных участков. Стоит отметить, что работу по внесению объектов недвижимости в единый госреестр планируется завершить до 2027 года. Однако тянуть гражданам с визитами по уточнению информации либо в муниципалитет, либо в МФЦ, либо в областное Минимущество все равно не рекомендуют. Ведь помимо территориальных споров с вредными соседями, можно запросто столкнуться с действиями мошенников. И тогда участок вообще уплывет в чужие руки.